Даже при минимальной ставке с Alimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Alimbet. Alimbet. Максимум от игры. Самоотдача, высокий темп. И, в принципе, будем играть в футбол и постараемся развязать хорошую борьбу. И я думаю, если мы делаем, выполним всю установку тренера, то все будет хорошо. Я думаю, игра будет довольно-таки зрелищной. Факел в последней игре показался наивысшим уровнем. Люди все с улыбками, все прекрасно, да. Я вижу, что все пришли посмотреть победу Воронежского Факела. Своих ребят поддерживаем. Хызырапаев, Илья Свинов, Женя Морозов. Мы только с ними, душой и сердцем. Отмечу Иракли, это прям вот дух команды Иракли и, конечно, Руслан Махаль, который наш местный воронежский воспитанник, поэтому я вот за него однозначно. Факел, да вообще все игроки молодцы. Видно, что команда борется, команда бьется в каждом матче. Не всегда где-то хватает силенок. Не то, что силенок даже, иногда везения хватает, опыта даже. Как всегда, только факел, только победа. Мы поддержим, как умеем, поэтому, я думаю, ребята не смогут сыграть иначе. Сегодня поддерживаем факел, чтобы остались в премьер-лиге. Зимою и летом, и в стужу, и в зной, всегда мы болеем за факел родной. Это большое счастье, что мой легендарный дедушка Скачилов Виктор Николаевич столько лет назад придумал факел, огонь. Мой дедушка всегда говорил, пожар идет по плану. Хотелось бы, чтобы этот огонь, который он зажег столько лет назад, в 77-м году, горел всегда и освещал весь наш город. Thank you.
моя ошибка первым тайме, что пенальти, который нас подломил. Во втором тайме, я думаю, что у ЦСКА не было моментов для того, чтобы забили гол. Мы давили. Ну, такая большая команда, когда тянет время. Ну, как бы это не очень красиво выглядит, это их право. У нас отличная команда, и все, каждый игрок у нас на своей позиции соответствует уровню премьер-лиги. И я считаю, нам никто не нужен. Не знаю, приложить максимум усилий прямо на пределе возможностей. То, что мы пытаемся и стараемся остаться в премьер-лиге. Самый лучший болельщик, который из России. Спасибо им за то, что они приходят, поддерживают, любят футбол, и это передается в этом городе из поколения в поколение.